Называется симптоматическая эпилепсия. Это хромосомная патология, синдромы различные. Это, наверное, один из самых ярких хромосомных синдромов. Синдром Ангельмана. Здесь мы видим, что левая система. Да, кроме неврологической симптоматики, у нас еще может быть увеличен органов зрения органа кожи. Приступы могут возникать или проходить при голодании или симптомы наследственной патологии. То есть они встречаются очень часто при различных наследственных заболеваниях. Однако наследственные заболевания, они сами по себе, это невролог. Именно он может подобрать правильное лечение при данной патологии. Спасибо за внимание. Эпилептических и неэпилептических приступах у детей, важности видеорегистрации этих состояний, важности проведения, могут быть совершенно разнообразные проявляться клинически, то есть это нарушение двигательных функций. Следующее состояние тоже неэпилептическое. Эта девочка с эпилепсией, вот мы видим, у нее довольно часто такие вздрагивания во всем туловище, в руках, хождение бывает очень часто в детском возрасте. Их нужно дифференцировать с определенным типом эпилептических приступов. Немножко вкратце расскажу про диагностику эпилепсии, потому что каждый пациент индивидуально, каждая форма, которая существует во всем мире, практически весь, есть у нас. И постоянно пишет 6 приборов видеообъекта, только продолжим мониторинг, не считая обычных рутинных исследований, которые проводятся по больнице. Но в целом на одном уровне с многими лабораториями Европы. Наши ассистенты – это эпилептический приступ. Но приступ происходит не совсем отсюда. Вот эта быстроволновая гамма-активность. Они посмотрели и сказали, что одни и те же снимки они показывали специалистам, или практически там 95%. И при этом консультировали все одни и те же снимки. Поэтому первый вопрос – это подготовка. Удобное время для пациента в условиях анестезиолога. Конечно, кроме высокотехнологичного оборудования, нужны специалисты, учёные. И пациенты, которых мы уже полечили и имеем такие большие первичные результаты. Две полноценных радиохирургических операционных, которые оснащены последним условием техники. Вот по таким по средним расчетам заболевает порядка 8000 детей, у которых возникают эпилептические приступы. С полным спектром МРТ и эпилептологических программ. На задним полюсом непосредственно прилежит к зоне неолечимых путей направлением. Как они выглядят? Ну, первая группа пациентов – это дети, которые переносили перинатальные инсульты. В доминантном количестве пациентов отмечаем полное прекращение эпилептических приступов. При этом 6% рациона приходится на белки, 4% на углеводы. Он работает, да, он программируется для генерирования импульсов определенной частоты и с определенными интервалами. За счет гибкости нас, появления импульса, силы импульса и так далее, подбирается необходимое, то есть калибруется необходимое количество. Главное хотеть, мечтать и добиваться. Так что я думаю, что все будет очень-очень хорошо. Но я даже сделала слайды для моих коллег, чтобы показать, сакцентировать их внимание, к чему надо стремиться. Подождите, можно сейчас вам Марину? Да. Это наша ценная. У нас вы видите, у нас даже плодятся. Я вижу наших сотрудников. Внимание.